Удивительно рядом, друзья. Мир становится лучше, знаете. Хочу вам рассказать одну историю. Мы вот ходили в субботу в кинотеатр и смотрели четвертую часть Джона Уика. И мы ее когда смотрели, стало понятно, что как-то вот где-то кадр, ну, как будто бы неправильно он вырезан. То есть там показывают главного героя вот так вот. Ну, то есть кадрировано неправильно. Я сначала подумал, ну, наверное, чтобы обойти санкции, решили так сделать. Но это была техническая ошибка. И сегодня мне пришло письмо от кинотеатра, в котором сказано, типа, вы знаете, тут ошибочка вышла. Можно вам пригласительные билеты дать, а можно еще раз сходить на это кино замечательное. И я, ну, от души удивился, что как бы мы же в России обычно, ну, кто-то накосячил, типа, и ладно. А тут вот клиент-ориентированность. Поэтому кинотеатр Гудвин, молодцы, ценю. Так, все снято и разобрато. Подожди, не кричи, я тебя попозже попрошу сказать. Сняли выхлоп, вот этот весь антихром, покраску поедет. Тут шеф, вот он, Алексей Леонидович. Аж на